Уважаемые медицинские работники, я искренне и от всего сердца хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Хочется пожелать вам прежде всего успехов в вашей профессиональной деятельности, ведь вы стоите на страже нашего здоровья. С профессиональным праздником хочу поздравить свою любимую и дорогую маму Рафикову Кавсарию Абдулкадировну, сельского врача ФАП, который почти всю жизнь посвящает медицине, который на каждый первый зов летит спасать жизнь людей. Мама, ты высокий профессионал своего дела. Твоя работа очень важная и нужная. Ты помогаешь людям стать здоровыми, а также вселяешь надежду на исцеление. Ты даришь хорошее настроение своим пациентам. Вечный подвиг он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Вот опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей, люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Вот опять у постели твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах. Твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.